Приморье Кишинева выделит 7,5 миллионов леев на ремонт и расширение лицея «Гиперион» в Дурлештах. Об этом сообщил генпримар столицы, посетивший это учебное заведение. После беседы с руководством лицея Ион Чебан отметил, что Дурлешты развиваются весьма активно, а потому его жители нуждаются в качественных образовательных услугах. Из разговора с руководителями лицея «Гиперион» градоначальник выяснил, что в этом учебном заведении уже не хватает места для всех учеников и необходимо строительство дополнительного блока площадью 700 квадратных метров для 6 классов и нового спортзала. Также зданию необходим ремонт крыши. Институция есть одна, которая, într-adevăr, face tuturor cerințelor și standardelor. Это учреждение уникально. Лицей действительно отвечает всем требованиям и стандартам, при том, что есть немало сложностей. Это значит, что педагогический состав хороший, что есть условия, но недостаточно места, чтобы принимать столько детей, сколько хотят сюда попасть. С другой стороны, нужно отремонтировать и крышу, и построить новый учебный блок. Pe de altă parte, există necesitate de a repara acoperișul și a construi o anexă nouă de Администрация лицея уже представила соответствующий проект. Дополнительное здание позволит обеспечить оптимальные условия для учебы детям уже со следующего года. А проектом предусмотрен и ремонт крыши. Больше всего, безусловно, мы нуждаемся в дополнительном учебном блоке, чтобы в следующем году разгрузить немного лицей. Сейчас мы вынуждены проводить уроки в кабинете замдиректора. Понимаете, места действительно нет. Стоимость обоих проектов составляет 19 миллионов леев. 7 миллионов на ремонт крыши и 12 на пристройку к зданию школы. От администрации муниципия будет выделено около 7,5 миллионов леев на начало работ при условии, что Приморье Дурлешт внесет еще 2-3 миллиона леев.